Со следующего года увеличится размер ряда пособий. Это связано с индексацией таких чувствительных для населения показателей, как прожиточный минимум и МРОТ, на уровне, превышающий темпы ожидаемой инфляции, а именно на 8,6%. Такое решение накануне было принято президентом страны Владимиром Путиным. Глава государства предложил поднять МРОТ в 2022 году до 13 890 рублей. В настоящее время этот показатель составляет 12 792 рубля в месяц. Прожиточный минимум увеличат до 12 654 рублей. От индексации этих выплат зависят практически все социальные пособия, которые сегодня выплачиваются детям, а также федеральная и региональная доплата к пенсии и страховые выплаты по больничным листам. Выплаты будут обеспечены за счет федерального бюджета, бюджетов государственных, внебюджетных фондов и регионов. Также отметим, что с начала следующего года ежемесячную выплату в размере 800 рублей начнут получать жители Тверской области, имеющие статус «дети войны», но не имеющие льгот. До этой же суммы будет увеличена доплата детям войны, получающим ветеранские надбавки. Кроме того, на уровне региона закрепят норму о внеочередном обслуживании этой категории жителей Верхневолжья в медицинских учреждениях и МФЦ.